Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня делюсь рецептом очень вкусного, ароматного и сытного супа. Приготовить его не составит труда и займет немного времени. Степень густоты регулируйте сами в зависимости от вкуса, а список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Итак, в кастрюлю с горячей водой кладу картофель. Можно его отварить целиком, а можно порезать пополам, чтобы было быстрее. Накрою крышкой и варю до готовности. Пока варится картофель, на сковороду отправляю кусочек сливочного масла и немного подсолнечного. Добавляю резанный лук, обжариваю. Затем добавляю тертую на крупной терке морковь и обжариваю все вместе. После этого кладу фарш, лучше всего брать свиноговяжий. Доводить его до полной готовности совсем не обязательно, достаточно просто обжарить до желаемого вида. В процессе добавляю специи. Я беру сушеный чеснок, красную молотую паприку, копченую паприку и смесь специй для мяса. Сюда отлично подойдут итальянские или прованские травы. Готовый картофель разминаю, чтобы остались небольшие кусочки. Можно его вытащить из кастрюли и размять вилкой. После этого выкладываю в кастрюлю промытый рис, я использую круглый, обжаренный фарш с овощами и выливаю сливки. Я беру 10%, вместо них можно взять жирное молоко. Солю. Кладу лавровый лист и после закипания варю минут 7. В самом конце добавляю резаную зелень, поварю еще буквально минутку, затем накрою крышкой, отключу нагрев и дам настояться минут 20. Вкусный, сытный, ароматный суп готов! Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале рецепты и других не менее вкусных супов. И не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.